Так, парняги, всем привет. Сегодня я вот записал серичку, решил записать, потому что вышло обновление в игре Best Trackers на телефон, ну, на операционной системе Android. Так, у нас что нового? Новый трак, новая прицепа, оптимизация и другие change, короче, что-то там такое. В общем, смотрим. Так, тихо. Все тут у нас по-старому, никаких изменений. Давайте тогда мы... Так, разработчики, я рад за вашу игру, что вы добавляете очень быстро фикс, 5 строго, это хорошая игру, хотелось бы машин, прицепов, так, ладно, давайте сейчас мы с вами возьмем, откроем, затестим игрулину, что она собой представляет, на Unity, на движке Unity, полоскун красавчик, Best Trackers, у меня полная версия. Вот смотрим, у меня, как вы помните, был внедорожник, опачки, тапочки, они добавили сюда, да, эти оффроуд колеса, у меня пооткрывались, видите, ценнички какие, идет 102 тысячи, так, трактор 158, 206, скамеечка 284, я тогда взял сразу себе за что? А чё 284, а КамАЗ, я не помню, за сколько я его покупал его. В общем, да, колеса вот такие вот, можно менять колеса. Ну, давайте возьмем обычные, да, шоссейные. Так, больше ничего у нас здесь не добавляется. Можно перекрасить грузовик, как мы поняли, и новый добавили грузовичок. Вот такой вот вариант. В общем, давайте сейчас протестируем. Так, прицеп вот такой вот есть, вот такой вот был. У меня вот такой вот был, да. Вот у нас есть такой прицепчик маленький с кузовом. Так, но это походу для того вот грузовичка, который чуть-чуть. Так, ух ты, вот новый тоже прицеп у нас добавили. В общем, ладно, давайте тогда сейчас вот возьмем прицеп. Выруливаем мы с вами контейнеры, будем вести. Вот видите, можно уже сейчас пальцем просто тапать и, ну, водить. Вот так вот уже. И у нас немножко камера катается вправо-влево. Классно они сделали. В общем, поехали. Свет добавили. Как вы видите. Круто. Мне нравится все. Вторая передача. Пошли, поехали. Прет он сейчас более так жестче чуть-чуть стал. Тогда был он, ну, очень мягкий. Сейчас вообще... Подвесочка хорошо идет. Так, на второй передаче 200 320. Так, это получается, так понимаю, по оборотам идет все. Не, ну если бы они добавили еще этого хорошую, скажите мне, я вам скажу, добавили бы, так, угу, ткань можно вывести, добавили бы они больше передач, было бы вообще круто. Так, все, паркинг. Так, будем сейчас вывозить, да? Давайте ткань возьмем, загрузим первую пачку. Такс. Вот так. Чуть-чуть сюда. О, все, шикардосики. Просел прицеп у нас. Красиво просел, просто жирно так. Так, теперь делаем вот так вот. Ну, мы сейчас просто стратегически так сделаем моментик такой. Такс, надо немножко, оп. Блин, чтобы затянуть его контейнер, закинуть туда, подальше. Я думаю, получится. Оп, все, закинули. Блин, мне не нравится прицеп, кстати, уезжает куда-то. Немножко все равно вот сам контейнер где-то идет, куда-то текает, как и в прошлых версиях. Ну, в прошлой версии, да, в последней, видите? Не прикольно. Ладно, будем переть, короче. Видите, он сам съехал. Мне вот это не нравится. Я думал, они немножко изменили. Они добавили, видите, карту какую шикарную. Сюда мы еще ничего не возили. В общем, что это новое? Винный завод они добавили, да. Сюда надо завозить. А что это за деньги такие? Ну ладно. Винный завод. Ух ты, ЖД дорогу.
топливо и бабосики. А, не экспорт, сюда вот, надо вот это вот за... Подождите. А, вот, правильно, все. Топливо мы привозим и деньги привозим. Только каким хер, макаром, я не знаю. Забираем с ЖД, ЖД этих, с поездов, забираем лодки и бытовую технику. Так, ткань мы везем вот сюда, да? Блять. Что за дерьмо? Не понял я ни хера. Куда ткань везем? Ну нет. Не сюда. Куда нам еще везти ткань? Деньги, одежда, украшения, мебель, рыба. Бляха-муха. Что ж такое? Не понял я. Немножко юмора. Куда, блядь, ткань везти? Блядь, ну тут у нас... Вот, ткань я взял, да, два этих. Ой, ну да, четыре, то есть. Ну сюда не надо ткань. Сюда вот тоже не надо ткань. Куда ее нахрен вести? Что-то они... Стопешечки, стопе. Импорт. Стоп, секунду. А ну еще раз. Вот у нас, это у нас экспорт. Мы вывозим, да. А импортировать им сюда завозить надо сталь. Нихера я не понял. Где, блядь, ткань? Куда ткань завозить надо? Но одежда есть, а ткань. Ну вот, на швейную фабрику, по сути, надо было завозить ткань. Где она? А ее нету нихера. Ткань. 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 Ищем ткань. Ищем шикарную, красивую ткань, блядь. Вот это я лоханулся, короче, да? Ткань, одежда тут только. Блин. Что ж такое-то? Чё, не? Вернуться в гараж? Нет. Импорт топлива. Так, ткань, ткань, ткань. Ткань! Мне надо... Куда вывести ткань? Кто-то... Так. Кашляет. Так. Бля. Где же ткань? Охренеть. Чё, нам некуда вывести ткань? Шикарно. Ну, по сути, надо было сюда. Секунду. Я понял немного. Сейчас. Закрыть нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Как нам... Как нам... Вот так, электроприборы. Ай, блядь, какие ли, сука, электроприборы, ткань. Выгрузить нахер надо. Так. Да ёб твою маму, вы представляете, какую херь какая. Получается, что ткани у нас нету. Выгружай давай. Начинает харить. Этот прицеп со всей этой ху... Чтобы ткань туда завозить, надо сначала построить завод этот. Ну, швейную эту фабрику. Бля, они, конечно, придумали. Не могли они вот это сказать. Я такой вот весь на радостях. Так, давайте теперь, наверное, отъедем просто. Выезжаем, да, выехали. Все, давайте, поехали. Сталь, железная руда, сталь, нет, это не то. Фрукты, трактор. По сути, давайте, наверное, вернуться. Да, блядь. Давайте потратим деньги. Возьмем действительно нормальный. Так, это все есть. Возьмем прицеп с этим. Все. Теперь можно поехать загрузить железную руду. Поехали. Сейчас мы. Да. Это я видел, спасибо. Разрабы вообще молодцы, красавчики, я считаю. То, что они здесь... Блин, ну немножко, конечно, КамАЗ прыгает, вот это мне не нравится. Немножко прыгает, вот это не прикольно. А так-то, по сути, вроде неплохо. Тогда он немножко мягче был, как-то приятнее это все смотрелось. Сейчас мы
Доедем, на второй передаче валим, свет включаем, что мы быстро валим. Или можно... Да, видите, даже приборка светится. Круто вообще. А, блин, я херею. Это сейчас ездить, конечно, придется жестко. Ну да ладно, давайте доедем уже. Загрузим железную руду. Я тогда обещал записать что-то еще следующий трак, а так я, видите, уже и на следующем покатался, и КамАЗ вот уже себе приобрел. И сидел, ждал, по идее, видите, для вас обновления. Все, мы валим такие вот, и все мощные, быстрые на помощь. Так, у нас, видите, даже рыбка появилась. Рыбный завод. Видите, все надо строить. То есть вспоминаем игру Фермер Симулятор, вспоминаем карту Блять, по-моему, Варваровка вроде как. То есть вроде да, там где можно, даже не можно, а там где работать, вот чтобы работать с заводом, нужно сначала для него позавозить стройматериалы, чтобы его построили. Вот типа вот такой вот вариант сделали и здесь. Круто, молодцы, все же, как ни крути, молодцы. Потому что когда уже себе купил КамАЗ, уже как-то, ну, ничего не хотелось. Сейчас обновление вышло, уже более интересный вариант. Так что, если вам действительно понравился обзорчик, давайте сначала секунду посмотрим, куда мне надо завести эту хрень. Уголь 95 у нас есть. Так, железная. Давайте железную руду, наверное, завезем, да? Это, если вам понравился действительно обзорчик и хотели бы еще видеть такие вот обзорчики, то пишите, то есть не пишите, а ставьте лайки. Это я сразу пойму, что ребята хотят видеть эту игру. Ой, смотрите, как они сделали классно. Теперь видно, как падает груз, да, который вот загружаю я, вот железную руду, к примеру, в КамАЗ. Теперь видно это все. Прозрачный становится трейлер. Вообще жирно. Мне теперь нравится. То раньше смотришь, ждешь, когда там появится верхушка этой железной руды, либо песка, либо кристаллов. Мне интересно, сколько же здесь влезет сюда этой всей хрени. Ладно, давайте растянем. Не будем с горой делать. Что я вечно с горой наделаю. В одной части полностью с горой, а во второй части прицепов половина прицепа потом пустая. Вторая. Так. Брезговики меньше уже теперь телепаются вправо-влево. Раньше более болтались они. Вот так сделаем. Классно они, что сделали вот свободную камеру. Можно поперемещать по грузовику, посмотреть, как, что, к чему. Все? Вообще, же, блядь. Ну, честно говоря, мне кажется, лучше было бы уже тогда с этим, с Зилком поехать. Я так думаю. Потому что, ну, это зря просто я гоняю КамАЗ. Хотя он, по сути, у меня экономный. Можно и гонять. Сейчас посмотрим, как он будет вести. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видите, да? Он такой немножко... Немножко... Как бы такое ощущение, что это жестковатый. Должен быть немножко мягче. Прицеп классно сзади выполнен, вот этот, который на три колеса, да, он реально рили. Так, стоп, не туда. А, это можно быстро переплыть. Ой, вообще, красавчики. Давайте тогда, да, действительно переправимся за 1800. И разгрузим, что далеко не ехать и долго. Все. Как вы видите, вот возле приборки, да, они сделали уже кнопочку поднятия. Поднятие этой самой. Так, все. Вот так вот. Все, опускаем. Оп. Ну все. Мы сделали работу. Красавчики. Все, выезжаем. В общем, как вы видите, они добавили немножко. Вот все это то, что нужно будет нам, да? Там возить, как раньше у меня был, вот, к примеру, элементарно тот же швейная фабрика, это, да? Здесь ее нужно будет чисто вот построить для начала, а потом уже можно будет все заниматься вот этой всей темой. То есть возить, когда она построится. Как-то так. Ну, в общем, затянулся наш немножко обзорчик обновления Best Trackers. Если вам действительно понравилось и хотели бы увидеть больше развития,
то, ну, не развитие, а именно развитие у меня, да, в моей карьере, пишите, то есть даже ставьте просто лайки. Если что-то не понравилось, ставьте дизлайки и пишите почему. Я буду видеть, что вам понравилось, и буду записывать данную игру. Все, спасибо, ребята, всем пока.